В Санкт-Петербурге собрался Совет законодателей при Федеральном собрании страны. Участие в его мероприятиях приняла председатель Новгородской областной думы Елена Писарева. В Таврическом дворце состоялось заседание комиссии Совета законодателей по социальным вопросам. В повестке «Жилье для детей-сирот. Проблемы лекарственного обеспечения. Профилактика социального сиротства». Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский сообщил, что в первом чтении в Государственной Думе принят закон о социальной пенсии для детей, в свидетельствах о рождении которых графа «родители» не заполнена. В 2014 году на Совете законодателей с такой инициативой выступила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева. Она предложила разработать нормативные акты по защите детей-подкидышей, которые пока не имеют права на получение пособий. На этом Совете законодателей я выступала вот с этой вот инициативой. Я очень благодарна всем субъектам Российской Федерации, кто это поддержал, вот эту инициативу, потому что действительно это тогда было поддержано и на Совете законодателей, потом от многих субъектов были такие же обращения. Я очень благодарна вот нашей великой России, которая действительно и парламентариям России, которые действительно вот обозначили эту тему и поддержали нашу Новгородскую областную думу. Отметим, что инициатива парламентариев была основана также на решениях судов, которые давали детям-подкидышам право на получение пенсии по потере кормильца. Депутаты подчеркивают, это было справедливо, но законодательно некорректно. Окончательное принятие закона расставит все по своим местам. Такая категория детей сможет получать так называемую социальную пенсию. Эту пенсию эти ребятишки могут получать в случае, если им установлен попечитель, если он находится на семейном устройстве. Но как только этот ребенок будет усыновлен, у него появятся официальные родители и будут записи в свидетельстве о рождении, эта пенсия будет прекращаться к выплате. Добавим, что сейчас в реестр Министерства образования включены более 10 тысяч детей, в свидетельствах о рождении которых не содержатся сведений о родителях. Кроме того, в рамках Совета законодателей прошла встреча парламентариев с президентом страны Владимиром Путиным. Поднимались вопросы совершенствования антикоррупционного законодательства и государственной региональной политики, регулирования торговой деятельности и импортозамещения. Этим же темам было посвящено заседание и самого Совета законодателей. Из Санкт-Петербурга Елена Казакова, Евгений Васильев, новости Новгородское областное телевидение.